Новая набережная появилась недавно и в Барнауле. Мы решили проверить, как она пережила зиму. Судя по тому, что увидели наши корреспонденты, в целом снег, метели и лед не испортили ее внешнего вида. Плитка, во всяком случае, не провалилась и лежит ровно. Портит картину разве что ржавчина на отдельных металлических конструкциях. Лестница, спускающаяся к оби, также в порядке. Антискользящее покрытие, как мы убедились, почти не повреждено. Гораздо хуже ситуация на лестнице, которая ведет на бывшую ВДНХ. Прежде всего бросается в глаза треснувшая и отколовшаяся во многих местах плитка. Напольная облицовочная плитка, по поводу которой было столько споров, подходит она для наружных работ, не подходит, словно бы сама этой весной дала ответ на этот вопрос. Также заметно увеличилось количество ржавчины на ограждениях. Вызывает беспокойство и состояние водоотводных каналов. Напомним, в прошлом году именно из-за неисправного дренажа, по мнению многих специалистов, на склоне произошли оползни, а на террасах возникли трещины.